Уже в следующем году площадь орошаемых земель могут увеличить почти на треть. Вопрос обсуждали в правительстве. В 2022-м планируют отремонтировать десяток насосных станций. В списке Бычок, Чобручи, Спея, Кузьмин. В первую очередь были учтены заявки землепользователей. Там, где у них есть реальное приобретенное растительное оборудование и есть заявки от конкретных насосных станций, которые будут осуществлять подачу воды на цели орошения для этих предприятий. Это было самое главное, потому что восстанавливать объекты и головные насосные станции есть смысл только там, где есть конкретные потребители с имеющимся оборудованием, с восстановленными внутрихозяйственными сетями, с готовностью принимать и оплачивать воду. Чтобы купить оборудование для насосных станций, планируют выделить более 4 миллионов рублей. Плюс еще 2 миллиона на пусконаладочные работы. Развитие мелиорации и восстановление насосных станций – задача от президента и часть стратегии развития Приднестровья.